Слава Господу! Иисус Господь! Возлюбленные, присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня, знаете, это, я думаю, что это мое мнение. Можете себе поставить в закон, как хотите. Но судя по прошедшим неделям, судя вообще по прошедшим моих лет, которые я прожил на этой земле, я сделал для себя один из выводов, прекрасных выводов. Самые лучшие дни в моей жизни – это... Но если честно быть, это воскресенье. Вот. Это воскресенье – это как черта такая, будем говорить. Это где мы отчеркиваем все будни, все рабочие дни, и наступает радость, и начинает благодать. Одно из тех мнений моего сердца – это когда я могу быть наполненным Духом Божьим, когда я могу прийти на собрание. Все можно оставить, все прийти. Аминь. Друзья мои, слушаю такой момент. Если кто-то у вас дома, кто-то, может быть, смотрит сейчас нас по онлайн-трансляциям, я хотел бы сказать всем, если ты болен, если ты имеешь какую-то тяжбу сейчас, во имя Иисуса Христа, проси родных, проси близких, пусть тебя привезут на коляске на служение, пусть привезут тебя, если ты даже раздавленный какой-то, если ты даже подавленный духовно, всегда приходи на служение. Здесь, который ты есть, даже здесь запомни, брат мой, сестра, как бы ты себя ни чувствовал, даже если ты можешь уже чувствовать, что я уже отхожу от Бога, я уже какой-то страх меня наполняет, и мне уже как-то не очень охота идти. Может быть, ты сегодня даже через силу пришел на это собрание, может быть, ты свою волю уже в кулак пришел, это сжал, и уже кажется, что все в твоей жизни, конец всему. Знаешь, уходить ты будешь отсюда с радостью во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Пусть будет так. И я бы хотел, знаете, сегодня говорить одно слово. Не бойся. Вот проповедь моя сегодня называется «Не бойся». Вот ты можешь повернуться к соседу и сказать «Не бойся». Не бойся. Знаешь, не то, что не бойся, совсем ничего не бойся, Господа бойся, грешить бойся. Вот. А вы понимаете, в этом духовном мире ничего не бойся. Аминь. Ничего не бойся. Ни начинать, ни заканчивать. Ничего не бойся ходить в церковь. Ничего с тобой страшного не случится. Не бойся никаких ограничений. Не бойся то, что говорят сегодня по телевизору. Не бойся. Ты небожитель. У тебя совершенно другая перспектива. То, что сегодня дьявол хочет, пытается рассказать тебе, не бойся. Не бойся и не воспринимай. Все в разуме. Насколько воспринимаешь, настолько приходит и страх. Я хочу такой небольшой пример привести. Помните, когда... Можно я буду говорить на евреев, наши люди, да? Вот так вот. Но это же наши люди, мы же их прообраз все-таки, да? Наши люди, наши люди. Мне самому приятно так, знаешь, евреи. Аллилуйя, слава Богу. Это же прообраз церкви, правильно? Слушай, Господь им говорит, там долина Исхол, там виноград течет. Это виноград растет большой, мед течет, там молоко, там все. Единственное, парни высокие, слушай. Может быть, сестры как-то они менее болен на это отреагировали, но мужики, которые пошли, они перепугались, понимаешь ли. Вот. И когда они пришли, увидели этот ужас, они развернулись и ушли, кроме двоих, да, ребят. Друзья мои, это, знаете, это причина, страх, который лишает благословения. Вы представляете, страх может быть лишить человека благословения. Все то, что сказал Господь, если поставили под сомнение. Можно самого себя, ну, как говорится, раскинуть своим умом, мозгами, там, как говорят, да, и согласиться с какой-то ложью, с какой-то, знаешь, предосторожностью, физически увидеть одну большую-большую проблему и сказать, слушай, а вот для меня это закрыто. А вот теперь сейчас настают гонения. Какую-то церковь одну закрыли. А сегодня настают какие-то пандемии там или еще что-то. Прививками собираются всех колоть. И знаешь, какой-то страх навевает, послушай. И все как-то в кучу сваливается на одно. И тем более Библия об этом говорит. Вот о прививках. Сегодня мне, знаете, интересный один момент, когда люди отдают большое значение вот этим вакцинам. Сегодня везде и проповедуют о них, и не страшно, и другие проповедуют страшно, и туда-сюда, и, слушай, ну и в Библии говорится там, если положат печать на руку, да,
Мы ожидали печать, кто-то перевел печать, это вот именно этот и укол есть, понимаешь. Я бы всем бы врачам посоветовал, ну, если бы сделали в пятую точку, такого кипиша такого не было, да, вот так сказали бы. Это в Библии не написано, вот. Ну, уколы, мы привыкли, что делают туда, вот. Ну, и ничего страшного. А вот в руку это уже нельзя, понимаешь ли, это уже против Бога, это уже как-то уже все, это уже все изменяется. Я хочу сказать, ничего не надо бояться, абсолютно. Ни под каким страхом, ни под каким гнетом, ни под каким сомнением. Ох, аллилуйя. Я прочитаю 1 Царств, 17 глава. Настройтесь, друзья мои, настройтесь. Сегодня так бодренько читать буду много. И говорить тоже много буду. Сколько времени у меня? 40 минут. Господи, тебе вся слава и хвала. Филистимляне собрали войско свои для войны. Я быстро буду читать. Для войны. И собрались в Сакхофе, что в Иудее, расположились между станом Сакхофом и Азеком в Эфес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны и израильтяне на другой стороны. А между ними была долина. И выступил один из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он 6 локтей и пяди. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5 сиклей, сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навою ткачей, и самое копье его в 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. Слушай, мне вот я читаю, я сразу, знаешь, это какую-то вспоминаю металлоприемку. Столько меди, слушай, пришло. Слушай, и наколенники медные, и наручники медные, голова медная, шлем, все, все, все. И это 5000 сиклей, это самовар натуральный. Слушай, это бронемашина какая-то. Уже это какой-то же. Тут реально, это не просто он воевать вышел. Это не просто подраться кулаками с мужиками помахать. Это он, слушай, он вышел серьезно. Я знаешь, что скажу? Это нас и пугает. Это вот одежда бывает, она, вот эта вот такая вооруженность, понимаешь, внешний вид, оно уже соответствует этому человеку. Такая глыба пришла, да? И вот так одет в одном, во всем медном. Я думаю, если бы я его увидел, я бы мечтал только о нем, не то, чтобы его убить, а то, чтобы его сдать вместе с его оруженосцем. Вот, ну, как написано, и оруженосец вместе с ним. Это он сколько в руках нес, да? А еще и оруженосец там. Ну, где-то гранату, может, что-то нес, там еще что-то, где-то базука там. Вперед, сейчас будем воевать с израильтянами. И что вдруг он начал делать? Он начал кричать. Вот этот мужик Голиаф, он начал кричать к полкам Израилевым, говоря им, зачем вы вышли воевать? Вообще вопрос такой, зачем? Слушай, кто вас побудил воевать? Это мы филистимляне, он говорит, не филистимлянин ли я, а вы рабы. Рабы Саулова, выберите у себя человека, и пусть пойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. И услышали Саул и все израильтяне слова филистимлянина, и очень испугались, и очень ужаснулись. Интересно, да? Вот эта психическая атака, когда начинает действовать. Вот другое дело, увидели, так, филистимляне, Саул говорит своим друзьям, посчитай, сколько их примерно, сколько ты видишь их. Слушай, тьма, тысячи, тысячи, ну... Одолеем, одолеем, все нормально, все, ты готов, готов, и ты готов, все готовы, все готовы, все нормально, все собрались в церковь, все хорошо, будем славить Господа, аллилуйя, давайте, все, собрались мы, на молитвенную придем, посмотрим. Смотри, и такой момент, выходит один человек, опять скажу, медный весь, давай медный его назовем, мы же все как-то говорили, да, клички друг другу иногда даем, а это медный человек, приходит медный человек, и начинает поливать информацию. И начинает говорить те слова, которые начинают слушать стан Израиля. Это знаешь, как называется? Это посеять панику.
это посеять какой-то раздор, это посеять какой-то негатив, это посеять смерть, понимаешь? Он говорит, да я вас убью сейчас, да вы не представляете, что сейчас будет с вами. Слушай, так а правда, он же ведь просит-то нас вывести из стана такого же, как и я. А он же посмотрел, шестиметрового-то нигде в стане израильском нашем нету. А он высокий, он здоровый. И все увидели почему-то условия те, на которые он нам призывает. Послушай, сегодня очень много авторитетных средств массовых информации, которые могут повлиять на наш разум и вывести вердикт, понимаешь, в том, что, ты понимаешь, вот сейчас идет пандемия, вот сейчас уже конец света, вот сейчас ты заболеешь, и послезавтра ты умрешь. И уже весь расклад ты уже можешь представить, уже Господи, и ты уже верующий можешь начать молиться, уже прими мою душу грешную, потому что это вот так. Слушай, настолько смириться, настолько просто получить вот это вот негатив, он более-менее как-то входит в наше сердце, нежели Слово Божие. И тем более, когда выходишь на бой, когда начали народ израильский, здесь не написано, что они взяли пост, они пошли помолились, вопросили Господа, этого нету. Здесь просто думают, ну пойдем сейчас копьями махнем, да и все. Я думаю, оно так бы и было, если бы не вот этот парень из Гефа. Знаете, как как-то в программе в одной видел, два борца, вот я не знаю, как бой вот это называется, два мужика выходят, ну, полубоксеры, только дерутся-то по-зверски вот так вот. Кикбоксинг. Вот. Начинают драться. И самое, что интересно, мне вот это, их друг перед другом ставят, да? Вы видели, наверное, такой. И они нос к носу и смотрят друг на друга. И кто страшнее, и кто что-нибудь скажет, того нужно напугаться. Я смотрю, что это такая психическая атака, где кто-то что-то говорит, оно страшнее даже, чем бьет. Ты понимаешь? Вот эта информация, вот увидеть какого-то человека, и он говорит, а я сегодня тебя порву, как тузик грелку, ты можешь даже сегодня ничего не делать. Слушай, я представляю себя в образе того, кому это сказали. Если я уже это получил, если я проглотил эту информацию, то мне уже будет не очень. Послушай, чьим словам сегодня будешь верить ты? Сегодня Священное Писание выставляется как определение для детей Божьих. Определение, которые живут по Слову Божьему, которые устроили свою жизнь во славу Господа. Те, которые посвятили себя и знают, что этот мир совершенно противоречит Священному Писанию, и Иисус Христос, Господь, Бог мой, Он знает эту ситуацию. Запомни, ничего и никогда не бойся, потому что цель дьявола – вогнать тебя в страх. Почему? Потому что человек, который боится, его удобнее побеждать. Человек, который уже пережил страх, который пережил сомнение, который пережил ужас, знаешь, его легко победить. Знаешь, победа твоя сегодня заключается в том, чтобы быть всегда жизнерадостным. Радуйтесь и всегда радуйтесь. Аминь. Радуйтесь и всегда радуйтесь. Послушай, когда ты себя выставляешь ни почем, когда ты уже понимаешь, что тебе, а тебе все равно, что в этом мире творится, у тебя есть улыбка на лице. Согласен? Вон, Александр Иванович смеется и так, что вообще самому радостно отсюда приходится. Сестры, кто не замужем? Я не говорю, что я сейчас женихов найду. Ясно. Всего две. Не, я понимаю, что это те, которые это... Одна аж две руки подняла, молодец. Вот руки начинают расти. Все правильно. Братья, а теперь вы поднимите руки, кто не женаты. Братья, вот так вот. Чтоб лица не видели. Аллилуйя. Более-менее смелые такие уже, да? Смотрите, вот такой момент, да? Ну, я знаю, даже кто не женат, они не подняли руки. Ну, ничего, не бойтесь. Не бойтесь. Еще раз говорю, не бойся. Тебе говорю, Ашот, не бойся. Аминь. Ай, Слайсона, молодец, слушай. Не бойся. Не бойся поднимать руки. Я знаю, что ты ищешь вторую половину. И вот смотри. И вот такой момент. Идет невеста, да, к примеру. Она понимает, вот я хочу замуж, да, вот я невеста буду, допустим, да. Хочет выйти замуж, хочет стать привлекательной для своего мужа, да. Вот. И вот представь, идет невеста. Слушай, в этой церкви ни одного нету
нормального, порядочного мужика, слушай. И одни крокодилы какие-то, вот слушай, я куда ни посмотрю, и все. А тут один из женихов, он уже увидел вот эту вот радостную и всегда радостную лицо, вот. И вот скажи, как ему подойти и начать разговор, вот такого, вот такого, понимаешь? Вот как клюнуть, да? Сестры, я вам говорю, радуйтесь. Ваша физиономия лица, она должна быть всегда выражать твое настроение и характер, всегда радоваться. Христиане, вы должны всегда иметь в сердце радость и всегда радость. Мы не должны быть как будто побежденные злом, в конце концов, да? Чтобы мы не высказывали свое недовольствие Духу Святому, что я пришел на собрание, пришел на церковь, и я весь такой вот просто, как будто я с Голиафа только сейчас послушал. Вот. А всегда должен быть всегда радость. Знаешь, улыбка привлекает. Унылый дух сушит кости. Ну, что тебе еще сказать? Поехали дальше. Аллилуйя, Иисус Господь. Ну, поняли, как замуж выходить? Так что, по улыбке. А улыбка, чтобы была улыбка, надо быть жизнерадостным. Дьявол действует ложью, он предлагает, как с ним справиться, найти того, плоского, как он. Вот смотрите, это я такой пример написал, что когда дьявол вызывает нас на поединок, знаете, что он делает? Он знает наши слабые места. Вот когда человек начинает, ну, скажем, даже вот эти бойцы, да, ММА, выходят бороться, и они разговаривают с тренером, там они узнают его слабости, они про него просматривают целые телепередачи, они узнают, куда надо его бить, где у него защищенные места, где незащищенные. Послушай, дьявол, он имеет такое свойство, 24 часа в сутки он узнает о тебе, он знает тебя, он пасет тебя, и знаешь что, он тебя не боится. Он не боится тебя, он боится Иисуса Христа. Это то, против чего он не может противостать. Это то, что для него ставит преграду. Знаешь, если человек ведет себя как уже побежденным в этом мире, то, знаешь, лукавый, он радуется и показывает, послушай, вот этот вот человек, он не нашел жизни во Христе Иисусе. Почему? Потому что он над ним призавладал, потому что я уже на нем поимел власть, потому что я уже так его обманул, что он уже забыл, кто такой Иисус Христос. Друзья мои, у нас всегда должна быть радость и всегда улыбка на лице. Не важно то, что мы слышим, не важно, что это будет с нами, чтобы не включалась никакая логика, мы всегда знали, что Иисус Христос, Господь и Бог мой наш. Аллилуйя. И когда порой бывает мы увидели Голиафа, да, здесь написано, что когда Голиаф начал кричать и начал визжать, то Израиль, что самое первое начал делать, это начал искать тяжелую технику. Ну, вот представляешь, такая глыба выходит, это значит, нужно и нам подготовиться, значит, и нам нужно как-то уже какого-то человека найти. И началось смущение. Саул прекрасно знал, что в его церкви нет такого человека, который бы мог совершать чудеса и знамения. Нет такого человека, который, вот, и знаешь, и эта печаль приходит, и это раздумье. Я думаю, что Саул, он где-то забежал, спрятался, и он молился и искал, Господи, помилуй нас, чтобы хотя бы он охрип, этот Голиафчик, ну, чтобы что-то было, ну, этот голос просто поражает меня. И тут на сцену выходит Давид, 15 глава. А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме, и выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. Слушай, мне кажется, это дорого, долго, да? 40 дней. Еще бой не начался, а 40 дней давление под давлением, это, по-моему, что-то уже идет слишком. И лукавый борется за душу детей неутомимо. Мы не принимаем его угрозы, потому что дети Отца Небесного. Дети Отца Небесного. Друзья мои, как бы дьявол сегодня ни говорил, сколько бы долго он сегодня ни кричал и не хотел бы сегодня тебе что-то унизить, не хотел бы как бы тебе сказать, слушай, да ты... ой, спасибо, не кровь и плоть вам открыли это. Ах, о чем я говорил? Слушай,
И вот сама суть, что дьявол, он пытается разоружить человека. Но мы посмотрим на его вооружение, что нам необходимо сделать. И далее. «И сказал», 17 стих, «и сказал Иисей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ефу, сушеных зерен и 10 хлебов, и отнеси поскорее в стан твоим братьям». Вы знаете, послушание отцу, когда он ему сказал, послушание делает в дальнейшем тебя царем. Это очень важно, Библия говорит, что иди отнеси, иди и сделай. Отец тебя просит, соверши вот это дело. Знаете, у нас за нашей преградой гордости находится благословение. Когда ломается, он бы сказал, слушай, пацаны там воюют, там они чем-то занимаются своими делами, ну вышли они с этими филистимлянами драться, ну пусть дерутся. Ты что, бать, на смерть меня посылаешь? Мне еще 18 лет нету. А тут иди какие-то зерна им принеси. Что им зерна нужны, что ли? Вот молодежь всегда оправдывается, молодежь, никогда не оправдывайтесь. Сказали, сделай. Не ищи повода, чтобы отмазаться. Всегда бери и делай. Потому что мы ищем, Господь, ответь на мои молитвы. Боже, я хочу стать царем, я хочу стать великим, я хочу стать каким-то всемогущим или еще что-то. Слушай, будь самим собой. Это, во-первых, Бог будет тебя поднимать из веры в веру, и славу в славу. Только будь послушный Отцу твоему небесному, пастору твоему земному. Будь послушный, ты увидишь славу Божию. И дальше написано, и эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их. Саул и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянам. И знаете, вот эти вот, я обратил внимание, когда 10 сыров отнеси тысяченачальнику. Постой, а зачем? 10 сыров отнеси 10 этому пастырю своему. Друзья мои, я скажу, что мы имеем, да, вот сегодня Александр хорошее слово о пожертвовании сказал, вот, особенно свою историю. И смотрите, нам очень нужно и очень важно в своем сердце содержать не отдаление от нашего пастора, а соединение с ним. Соединение, пускай это будет, ну, не назойливость, пускай это будет еще это не каким-то принуждением, а доброохотно дающего. Сделай доброе, сделай знак благодарности для своего старшего служителя, для лидера служителя. Отнеси ему 10 сушеных зерен, ну, не то, что грецких орешков 10 штук, а что твое сердце. Пусть у тебя сердце будет, ну, расположено к нему. И тогда ты можешь спросить, узнать, прежде чем задавать вопрос, там, как живут мои сыновья, как живут мои дети, как у него, как вот так, вот так. Если ты хочешь задать вопрос, реально, сделай доброе дело, принеси. От этого тебе не убудет, а только будет прибыток. Вообще, когда ты делаешь от себя, когда делаешь пожертвование, это всегда приносит покой сердце твое. Знаешь почему? Потому что ты делаешь дело Божие. А если начинает жаба квакать, то значит она умирает. Значит плоть умирает. И царство ей небесное, а воскрешается Дух Божий, Дух Господень. Аминь. И далее. «И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иисей, и пришел к обозу, когда войско введено было в строй, и с криком готовилось к сражению». Вот, наши начали кричать здесь. И начали орать, начали кричать, начали громко молиться. Они услышали, что, знаете, самое первое, что пришло на ум израильскому народу, это надо закричать. Они, ну, просто, видать, так, ну, решили переорать Голиафа. Орли Голиаф громко кричит, его слышно. Вы знаете, у меня был однажды случай, я помню, лет 20 назад, мне попросили сыграть Голиафа. Ну, я похож, наверное, на него, вот так вот, по росту, по весу. Вот. Ну, я чуть пониже его, и меди у меня столько нету. Сыграй Голиафа. Но твоя задача, ты должен выскочить и заорать. Я говорю, подожди, на кого? Ну, вот видишь, вот дети Божьи сидят, это вот пастыря, это вот служителя, это вот епископа. Ну, это сценка, что ты не понимаешь, что ли? Ну, мне внушали, чтобы я это сделал.
И пришлось мне одеть эти наколенники, сделали мне шлем, копье из швабры. Вот. И я выскочил, я как заорал. Я не подрасчитал всех своих сил. Я орал громко и долго. Вот дети, у которых сидели вот на первых рядах, на руках, кто-то укачивал детей. Одна минута, одна секунда, они оказались, кто на плечах у папы, кто на маме, кто убежал. И они кричали все больше меня. И я увидел, вот оно войско филистимское, слушай. Если даже сыграл эту роль и так напугал детей, слушай. Надо же, как это, я представляю, как это было на самом деле. Вот. И пошел, как показал ему Иисей, так. И расположились филистимляне строй против строя. Уже перестали кричать, и Давид, оставив свою ношу обозному сторожу, побежал в ряды и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, тут почему-то повторяется, филистимлянин, из Гефа выступает из рядов филистимских и говорит те слова, ну это для того, чтобы Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Мы видели перед этим, что они кричали. То есть не напугали. То есть бывает, что, друзья мои, что молитва, она не проходит, ты понимаешь? Дьявол не напугался. Бывает, кричишь. Ну, нас же иногда говорят, слушай, надо закричать. Бывает, кричишь, бывает, визжишь, бывает, шепотом говоришь, бывает, хочешь всякое. Вот молитвенники знают. Ты испробовал уже все в своей жизни, да? А Голиаф не убегает, слушай. Какая-то тяжесть остается. Ты знаешь, когда на сердце вот эта боль, когда печаль, когда вот это вот, знаешь, какое-то неустройство, кричишь, кажется, не кричишь, ничего не помогает. Вы знаете, однажды я умею немножко играть на гитаре, славить Господа, и, ну, переболел я вот этой вот, как она называется, коронавирусом. И в состоянии болезни я решил прославить Господа. Взял гитару и начал прославлять его. И я пока славил, где-то, ну, может быть, минуту, может быть, меньше. Ноги подкосились, сил нету, вообще ничего нету. Я говорю, Господь, я не хочу быть пораженным. Я не хочу быть срубленным. Я знаю, что ты мой Бог. Я не боюсь ничего, потому что ты со мной. Ты мой Господь. У меня упование только на тебя. Знаешь, это я сейчас вам так смело говорю. На самом деле, когда это было на самом деле, это головная боль, это ужас, это разруха. Но когда ты говоришь, хоть немного выше, просто прошептал, Господь, ты мое упование. Я не боюсь, я буду жить. Я буду жить еще долго и счастливо. Знаешь, когда мы не смотрим на этот мир, когда он предъявляет нам, когда вокруг братья, когда сестры, пастыря бывает даже умирают, не бойся, ты не умрешь. Не бойся, покажи своему этому миру свою улыбку своего сердца, что ты смелый, что ты не подавленный, что ты не раздавленный, что у тебя есть сила. Знаешь, смеется властелин, радуется победитель. Смеется тот, который действительно побеждает. Это надо научиться делать. Это надо научиться в этой жизни, чтобы мы всегда радовались и никогда не давали увидеть своему врагу свое пораженное состояние. Если оно так приходится, знаешь, у тебя есть лидер, у тебя есть пастор, у тебя есть служитель, у тебя есть именно тот, которому ты можешь сказать, послушай, ты можешь вместе со мной порадоваться, мне тяжело. Тебе же хорошо, когда тебе звонит и говорит тебе, допустим, Ольга Андреевна. И говорит, слушай, ты молодец. У тебя все получилось. У тебя все хорошо. Твоя жизнь продолжается. Все эти ерунда, все эти болезни, все. Мы ждем, когда ты встанешь опять в ряды. А сколько ты можешь вдохновить так людей? Сколько ты можешь вдохновить людей на служение, на Слово Божие? Ты представляешь, какая ответственность сегодня на твоем сердце? В твоем разуме, в твоем духе? Если ты сегодня уперся в какую-то одну свою проблему, и ты ее думаешь, она не решается только лишь потому, что у тебя веселое лицо, ошибаешься. Не делай грустного лица, и у тебя не будет проблемы. Проблема, она всегда отвечает на грустность, на уныние, и приходит туда, где ее встречают.
радость приходит туда, где ее встречают. Но хотя бы научись радоваться. Когда научаешься радоваться, уныние уходит. Даже пускай, если ситуация не разрешится, но радость в твоем сердце, она подавляет всякое уныние. Аминь. Это уже проверено годами. И стоял Давид. Немножко. И говорили израильтяне: видите этого выступающего человека? 25 глава, 25 стих. Он выступает, чтобы поносить Израиля. О, если бы кто убил его, одарил бы его царь великим богатством. И дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. Интересный момент. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит войско, воинство Бога живого? Мне интересно, нравится, как вот 26 стих, как Давид заинтересовался. Слушай, что мне будет? Вот еврейский народ вот такой, да? А что мне будет, если я сейчас? Ну, слушай, ну, во-первых, вопрос, кто ты? И какая у тебя мотивация твоего сердца? Ты что, хочешь поразить его из-за наколенников медных? Ты хочешь копье у него забрать? Тебе щит его понравился? И это я тоже заберу с собой. Мне интересно, ты что-то сейчас сказал про царскую дочку. Вот это мне очень сильно понравилось. И тогда Давид, слушай, говорит, ты знаешь, порой я сделаю это самое большое дело, которое я так думаю. Вот. И потом посмотрим, кто кого будет поносить. Он будет поносить или народ израильский. И сказал ему народ те же слова. Вот сделано будет тому человеку, который убьет его. Вот эта выгода, понимаешь, она вдохновила и еврея, она вдохновила Давида. То есть такие вещи в нашей жизни, которые идут плюсом. Друзья мои, идти и следовать за Христом, вот знаете, не только вера. Вера, да и аминь, но еще и выгодно. Аминь. Ну вот как не может быть невыгодно? Вот я про себя смотрю, да, если бюджет посмотреть. Курить бросил, пить бросил. Всякие гуляния, муляния, это уже 30 лет назад, это уже все ушло. Это выгодно? Это выгодно. Что будет тому, кто сегодня перестанет слушать дьявола? Что сегодня мне будет? Слушай, да за тебя выдадут сегодня. Сегодня тебе Христос даст тебе помазание, потому что ты не будешь слушать голос дьявола. Если ты сегодня будешь прославлять Господа Иисуса Христа, будет улыбка на твоем лице, тебе будет так довольна. Ты будешь настолько радостный и счастлив, что ты в Иисусе Христе, что тебя ничего не может омрачить в этом мире, потому что сам Господь Бог с тобой, потому что ты выбрал Его, потому что ты согласился следовать за Ним. И Давид, он как-то ответил на этого. И тут услышал, друзья мои, услышал братик его, старший, 28 глава, Елиаф. Это брат Давида, Елиаф. Ну, скажем, если он его брат, ну, просто Елик его, да, допустим, зовут его Елик. Ну, как в семейном кругу там. Елик, привет, ты мой старший братик, я пошел овец спасти, все нормально. И Елик привык его дома гонять, шпунять его, да, быстро за овцами. Быстро туда, Давид. Давай быстро сюда, Давид. Ты почему? Потому что ты еще зеленый, давай, тебе ни на войну никуда не надо. И тут этот Елик, он смотрит, опа, Давид, какими ветрами? А ты что сюда пришел? И говорит ему. И рассердился Елиаф на Давида и сказал: зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. Друзья мои, мы знаете, мы вот сами, я вижу в этом, мы не видим в человеке то, что в нем хранится. Мы можем обратить внимание, скажем, вот, ну, сколько у меня, 1,88 рост, да? Но мы прекрасно знаем, что Господь не на рост смотрит. Есть и 1,50 хорошие, довольно лучшие проповедники. Аминь. Это не значит, что здесь какой-то должно быть какая-то ценность, какая-то категория, что-то для глаз, что-то хорошо, что-то. Господь отвечает детям Божьим. Иногда не видим человека таланты от Бога. Иногда порой закрыты. Слушай, а если бы не Давид не пришел, то
Орал бы, наверное, до сих пор, до самой старости Голиаф, да, пытаясь бы запугать, запугать, и не бы старились бы все, наверное, и попадали, что с той стороны, что с этой стороны. И иногда мы не видим от человека таланты. И Елик напоминает, и он ему говорит, вернее, Давид этому своему брату, послушай, я так уже, знаешь, рассказываю, ты помнишь, я шкуру медведя принес, а ты помнишь, я челюсть от льва принес вместе с хвостом. Ты что думаешь, я их с дохлых медведей сдирал, что ли? Ты думаешь, я уже это все делал так, чтобы это было не живое? А вот это вот то, что поносит, это ты боишься. Потому что я не боюсь. Потому что когда ты сражался, когда ты учился управлять своей шпагой, я просто сидел и ничего не делал. Я просто сидел, пел Господу от безделья своего.